Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, почему женщине нужно обязательно мыть посуду. Как мытье посуды, как вот такая вот практика положительно влияет на женщину и на ее семью. Далее все, друзья, более подробно. О посуде, которой мы с вами пользуемся в быту на протяжении долгого времени, возникло много традиций и народных примет. Женщина всегда во все времена являлась хозяйкой дома, отвечала за его чистоту, целостность, уют и комфорт. Мытье тарелок и стаканов отождествлялось с привлечением счастья и финансовым благополучием семью. Грязная посуда, которая оставалась на столе на ночь, потому что в данный момент отсутствовало желание ее мыть, это как бы распахнутая дверь, через которую быстро уходит богатство. В каждом доме существует своя определенная и особенная энергетика. Она включает в себя энергетику каждого человека, проживающего в нем. Прием пищи – это одно из важных событий, происходящих в жизни семьи. Поэтому стоит придерживаться примет, которые связаны с посудой и из которой мы с вами едим. Мы ходим в гости к друзьям, к родственникам, а часто и у себя, проявляя радушие и принимая гостей. Это может быть как простое чаепитие, так и шумное застолье с большим количеством гостей. Последствием такого застолья становится гора грязной посуды. Бывает, что в этот момент возникает желание, чтобы кто-то помыл ее за вас. Но когда начнут поступать соблазнительные предложения помочь, то лучше вежливо отказаться от такой помощи. Почему нужно отказаться, я вам сегодня расскажу об этом. Во-первых, это сохранение целостного энергетического баланса в доме. Тесная связь между посудой и членами семьи, которой они ежедневно пользуются. Не любят вмешательства посторонних лиц и, соответственно, их энергии. Во-вторых, так как все окружающие нас вещи, предметы наделены энергетикой, то и посуда не является исключением. Посуда способна впитывать энергетику не только своих хозяев, но и посторонних людей. Никто не может дать гарантию, что посторонний человек наделен исключительно добрыми мыслями и светлыми помыслами. А если наоборот, недоброжелательность, зависть притаились в мыслях этого человека, соответственно, и велик риск накопления негативной энергии. Что же касается воды, то мы с вами знаем, что она наделена сильнейшей энергетикой, обладающей способностью запоминать происходящее. Вода воспринимает и запоминает любое воздействие, которое происходит вокруг нее. Под влиянием мысли вода меняется мгновенно. Если к ней обращаться с добрыми мыслями, благодарить, то она окажет положительное влияние на человека и наоборот. Если у человека недобрые помыслы, его душу наполняет злоба, стресс, и она впитает это все в себя, приумножит и вернет. Поэтому, если мыть посуду будет кто-то из посторонних, то в доме останется чужая энергия. Какая – это уже отдельный вопрос. Если негативная, то отношения живущих в данном доме испортятся, возникнут ссоры и недопонимания. Были и времена, когда для мытья посуды использовались тазики. Если человек не был членом семьи, то ему не разрешалось даже приближаться к воде, налитой в такой таз. Почему? Потому что считалось, что через воду можно навести порчу, наслать проклятие и тем самым испортить не только благополучную обстановку в доме, но и разрушить крепкую семью. Поэтому посторонним людям не место в вашем доме. Считается, что если сама хозяйка моет посуду, то смывается не только грязь тарелок, но ее энергетическое поле приходит в норму, очищается от негатива, который она могла подобрать на работе, на улице или в магазине. Такое действие положительно сказывается на ее здоровье, делая ее более счастливой, радостной и эмоционально стабильной, уравновешенной. Сердце покидают негативные желания, а голову наполняют светлые мысли и помыслы. Во время мытья посуды хозяйкой она притягивает в свою жизнь много положительного. Это и радостные события, эмоции, дружеские отношения, взаимопонимание и любовь. Мытье посуды – это один из самых верных способов достичь счастья в семье. Если у женщины данный этап жизни не очень благоприятен, то, моя посуду, получится быстрее избавиться. При этом нужно проговаривать такие слова. «Посуду мою, как ее очищаю, так и жизнь свою от всего плохого избавляю».
читаю. «Вода посыл мой от души ощути, приумножь и ко мне его верни». Это не только избавит вас от проблем, но и притянет то, о чем вы так давно мечтаете. Чистая посуда – это также и чистота мыслей женщины. Женщина, которая думает о благополучии семьи, моет посуду, даже во время приготовления еды старается, чтобы на кухне не скапливалась грязная посуда. А когда моет ее, то нужно приговаривать следующие слова: «Любовь излучаю». Вода приумножает, по кухне распространяет. Это поможет сделать так, чтобы еда напиталась нужными энергиями и передавала их членам семьи. Какие есть народные приметы о мытье посуды? Давайте вместе с вами вспомним и проговорим. Никогда не мойте посуду в гостях. Наши предки на этот счет имели свое суждение. Они верили в то, что гости мытьем посуды могли выметь из семьи счастье и благополучие, поэтому никогда не прибегали к их помощи. Если мыть чужую посуду, то можно привлечь к себе негативные энергии. Исключение может быть в таком случае дальние родственники, если их хотят видеть в гостях и почаще в их помыслах уверены, то им могут доверить и вымыть посуду. Детям разрешается мыть посуду в гостях у родителей. От этого родственные отношения станут еще крепче. Если гость не предложит свои услуги, чтобы вымыть посуду, то ваш дом надежно будет защищен от негатива, так как вы можете быть уверены, что у данного человека чисты помыслы и он не желает вам вреда. Если в семье, где есть молодая девушка, часто моет посуду ее подруга, то замужество ей не светит в ближайшее время. Если такая девушка состоит в отношениях, а подруга этому завидует, то отношения распадутся. Если замужней хозяйке помогает убирать и мыть посуду ее подруга, то в семье могут начаться конфликты, появится недопонимание, которое может закончиться разводом, поэтому не рискуйте и делайте это всегда сами. Если гость вымыл вашу посуду, то возникнет не только проблемы в отношениях, но и потеря денежной энергии. Если у данного человека есть проблемы со здоровьем, то он, к сожалению, передаст их вам. Если пришедший в дом гость моет посуду, то таким действием он забирает ваше благополучие, поэтому постерегитесь, ведь вернуть его будет уже очень непросто. После застолья не стоит оставлять грязную посуду на ночь, так как такая посуда может нарушить гармонию в доме, а это кончится тем, что возникнут неблагоприятные ситуации среди членов семьи. Это можно объяснить тем, что в полночь темные силы слетятся на такую посуду, наполнят ее негативом, а в результате раздоры и скандалы наполнят семью. Если хозяйка не следит за своей посудой, то ее брак может распасться, а если женщина не замужем, ей трудно будет найти пару. Если взялась мыть посуду свекровь, находясь в гостях у невестки, то в скором будущем возникнет конфликт между ними. Если свекровь недолюбливает невестку, то может таким действием привлечь к ней зло и перекрыть поступление нужных и светлых энергий к ней. Если гость вымыл руки на кухне, где в раковине сложена грязная посуда, то семью постигнут денежные затруднения. А если гость замужняя женщина, она взялась мыть посуду, то вскоре эти семьи рассорятся из-за возникшей на ровном месте ситуации. А вот восстановить дружеские отношения, к сожалению, уже не получится. Не только народные приметы, дошедшие до нас с тех времен, не разрешают мыть посуду гостю, но и этикет. Если навязчиво предлагать свои услуги, то этим можно обидеть хозяйку, как бы намекая на то, что она не может справиться со своими обязанностями, не успевает это делать вовремя. Если у вас появилось желание оказать помощь, то поинтересуйтесь перед тем, как настаивать или за что-то браться, нужна ли она ей. Если она ответит утвердительно, тогда можете начать ей ее оказывать. А если решитесь помыть посуду при этом трижды, обязательно про себя скажите следующее слова: «Я просто чужую посуду мою, ничего не преследую, свои энергии при себе оставляю, а чужие не отбираю». Так вы просто окажете помощь, и все останутся при своих энергиях.
Как быть в случае, если гость вымыл посуду в вашем доме, не спросив разрешения? Ведь такие ситуации бывают. Существует два не очень сложных способа разорвать энергетическую связь вашей посуды с энергетикой гостя. Во-первых, когда он будет уходить, угостите своего помощника. Для этого могут подойти оставшиеся после застолья еда, конфеты, торт, фрукты. Поблагодарите обязательно за оказанную помощь. Это поможет нейтрализовать негативный эффект. Во-вторых, зажгите свечу белого цвета, трижды ней проведите над вымытой посудой и проговорите: «Я разрываю энергетическую связь между собой и гостем. Она моей семье вред не принесет. Ты мне и дальше помогай, счастьем и благополучием наделяй». И пусть свеча так погорит некоторое время, а вы проговариваете в этот момент аффирмации, которые идут от чистого сердца, добрыми словами, пришедшими на ум в тот момент. Если же вы уверены в том, что человек помог вам от чистого сердца, думая о том, что вы занимались приготовлением еды, накрывали на стол и, конечно же, немного устали, то переживать вам не о чем. Искренняя помощь не принесет вам никакого вреда. В таком случае подожгите тоненькую восковую свечу и трижды проговорите такие слова: «Все помыслы хорошие, называйте имя, приумножаю имя себя и снова называю имя, окружаю, они будут помогать нашей жизни счастьем наделять». Это действие поможет вам отправить посыл благодарности и добра, а когда свеча догорит, выбросите ее. Следите обязательно за состоянием своей посуды, чтобы она была без сколов и трещин. Вы знаете, что такая посуда способна притягивать негативные энергии, а вы, принимая из нее пищу, будете их впитывать, что негативно скажется на вашей жизни, абсолютно на любой ее сфере. Во время мытья поврежденная посуда будет разрушать ваше биополе и делать вас подвластным негативному влиянию, склонной к апатии и страхам. К тому же такая посуда еще и недоброжелательных и злых людей ваш дом будет притягивать, объединяясь с их энергетикой и быстро совместно разрушая особую энергетику вашего жилья. А вот целая красивая ухоженная посуда будет не только притягивать ваш дом положительной энергии, но и чистосердечных и добрых людей. А когда вы моете красивую целую посуду, вы наполняете свою жизнь только всем хорошим, а счастье и успех будут вам обеспечены. Друзья, мы надеемся, что эта информация для вас была полезна и важна. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация были полезны и важны.